Второй. Дорога очень опасная. Смотри. Вот мы и приехали в лес. Сейчас пойдем на лесохозяйственные работы. Мы приехали сегодня на другой машине. Вон тут креми. Сейчас мы застряли. Мы сходили, мы отвели Диляну. Сейчас будем мыть руки и пить чай. Сейчас будем кушать. Сейчас я вам расскажу, как раньше брали смолу с дерева. Специальным резаком делали канавки, ставили железную воронку, туда наливалась смола, и это отправляли на производство. Иди вот это покажи дерево. На некоторых деревьях делали две подсочки. Ранее смотрела одну передачу, там сказали, что смолу используют для космического топлива. Ездим на нашем специальном лесном УАЗике.
Это специальный квартальный столб. Это 25-й квартал. Это 24-й. А это специальная пометка. На каждой квартальной просеке есть специальные зачёски. Вот они. Это квартал, а это видео. Вид рубки, год. Номер лесосеки, площадь лесосеки. Квартал 24-й, видео 45-44-43. Выборочная санитарная рубка 16-го года. Номер лесосеки 6, площадь 3-1. Если у вас будет квартальная карта на руках, вы в лесу сможете легко определиться по этому столбу. Вот мы еще поймали рябчика. Вечером будем жарить. В нашем районе выключили свет, и мы не могли больше видео записать. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.